Здоровский, конечно, и у тех, и у тех. Есть шторм, чтобы прикрывать яйцо. Есть, как говорит Женя, ВК 25 уровня. Против них есть, правда, не очень приятный Underlord Patrider, да, ВР-ка. И как кому-то, кого-то здесь бить ВК? Большой вопрос, да? Да, критулечка. Все, коллапс остался один. Я тут еще и подмога подтянулась. ВР-ка такая получила. Уничтожают Жиролорда и переключаются еще на ВР-очку. Но ВР-очка отсутствует. Жертвовать с собой. ДД, смотри, за ДД не забирают ДД, а Бетик говорит, я сворую, да и не оставляли шторму, и как бы за это Бетик не поплатился, у Бетика это всего лишь худ. ВК без ультимата, а ВК рядом, успеет его подсейвить, Оракл нужен. А Оракл не хочет. Шторм влетает в толпу, подтягивает ребят. Оракл подсейвил все-таки, Торонто Токи будет жить, у Шторма уже там не так много маны, я тоже очень побитый. Связка. Надо гнать, Империя наносит хочется, ответный хочется, удар. Да, догоняет, Союз побежал, уже событий, Магнитайз подрубается, сюда уже на перехвате Петушара наваливает по горбушке, но там Венран успевает прожать, так что... Теряют Петрайдера, теряют еще внизу Урсу, похоже, это развал от Империи. Не смогли отступить. Но тяжело, очень мобильный пик. Дальше. Союз еще преследует Жиролорда. Коллапс пытается убежать. Петушара должен успеть прилететь, как вариант. Да, Петушара вот на месте. Юльчики. Это причем юлы были не от Андерлорда, судя по всему. Поднимает. А теперь от Андерлорда. Ну так продлил жизнь свою. Да. На чуть-чуть, не боль. Так, Урса зашел в рошпит. Урса под дабл дэмэджем. У него 9. Это он за один оверпауэр так снял. Опасно он, конечно, выкладывает. Очень быстро, БКБ. Очень быстро убивает Рошада. Выкладывает так. БКБ, он выложил БКБ. Инрейдж прожимает, но все-таки дали. И Аегис все заворовали. Урса все-таки забрал Аегис. Там хороший шаклшот от ВР-очки в Рошпите. Так, прилетел сюда Адвичус Профит воскресший. Так, минус Аегис, БКБ надо успеть. Оракл с байбека возвращается в драку. Петушара спрятал Андерлорд. И как они ему насовывают. Андерлорд погибает. Урса в Арчиде придется умножать БКБ. Пытается убить Петушару, но Петушара не так-то прост. Все-таки подсейвили. Урс, подсейвили вот, Урса, сверху, да. Ну, выходит с блинка. Там очень мобильные герои, они будут преследовать, у Шторма по половина маны. Да, по-хорошему надо. Но еще один байбек от Андерлорда, решили отойти. У Шторма появляется способность превращать в овцу. Так, ВК пошел при мертвом-то. А скрита, походу, убивает этого самого Оракла, да? Гем выпал. Угу. Навалил там. Так, Бетик, драка. Тут будет байбек, вернется обратно. Это не будет драться. Егисом, по-моему, еще до сих пор. И будет драться уже в ответочку. Да ладно, Урса. Успевает нажать БКБ в последнюю секунду. Надо сатаника по крипам хотя бы как-то побить, а крипов там, по-моему, даже нет. Отхилиться просто негде. Сжигают Урсу. Етора минус. Байбек у него, конечно, есть. Жиролорд хочет улететь. Да, улетел параллельно. Бетик, лассо, да. Союша забрать получается. Ой, Оракл после байбека здесь. Бежать. ВК уже за Ораклом мчится. Саубет должен грузить. Раствориться. Нашли ВРК. Шекл мимо. Есть тебе Саубет. Блин, вот эти Глиммер, конечно, но он преследует. Сейчас будет у него супер блинк плюс мол спид. Погнали. Погнали. Еще. Погнали. Догнал. Вычислил. Эбис. В лотус. Отлично. Ну а что делать? И стамп себя. На. Тут деваться некуда, но в любом случае поймали и убили. Да уже на самом деле вообще плевать на эти бараки. Там проблема в том, что у всех есть. Ой, ВК застанет себя, может его утащить с рапирой надо. Дальше. Но у него, если что, будет ТП аут с рапиркой. БКБ прожимает. Шторм разорвал сзади Оракла, Оракл байбек. Надо как-то Урсевича здесь спасать. Пытается просто улететь Андерлорд отсюда. Петушара параллельно нападает на Торонто Токио. Тот пока живет. Два байбека уже было потрачено, желательно отступить отсюда имперцев. Второе БКБ от Nature's Profit, его хотят, по-моему, почезить. У него все еще есть Хекс, Хексом разбивает линку, ловит Nature's Profit, но имперцы наносят ответный удар, своих в бою не бросают. Ну что, Шторм в соло вырывается, у него Аегис минуты, еще нет, просто расставляет ревенантиков. Под Аркан Руно решил напоследок, так сказать, на ход ноги. Так, драка. Бетрайдер пытался утащить, пока не получилось. Лотусы в итоге сами в себя все используются. А там Аегис, А нет, там сыр, там не Аегис. Или у Шторма еще Аегис. Шторма Аегис. И то, и то. Все, попрожимал. ВК падает первый раз. Шторма забрать в итоге решили, что не стоит вообще. Воскрешается ВК. Немножко драка разделилась у нас. Бетрайдер тратит байбек. Шторм вообще без маны. Пытается Союз отсюда уйти. Шторм погибает. Нет, еще не погибает, но у него все еще есть Аегис. Может, стоит его здесь отдать? Нет. Феникса поднимают, не дают улететь. В ответочку Ю по Андерлорду убьют Дирт Спирита здесь.
ВК на горе слезает с горы через Эбиса, у других аутов не было. За ним гонятся, Вижен есть ли по нему, нет. Атака духов. Там вообще битва еще та. Так. ВК с этой рапирой не можете... Ой-ой-ой, Линка! Хорошо, Торонто Токи реагирует, Шторм Спирит пытается там что-то сделать. Ой-ой-ой, как больно, как 1765. Ну что, заходит? Заходит, а Сумонов посылает по другой стороне. Пока, я думаю, такой план у Империи. Веселье. Так, ой-ой-ой. Да, ой-ой-ой. Подставляется ВРК без байбека. Обалдеть. И еще Оракл без байбека. Детально. Следующая цель. Погибает Оракл. Потеряли позиционку. Чуть-чуть Спириты дали слабину. Их за это сразу же наказывают имперцы. Да, Урса байбекается, конечно, но как тут дефать теперь втроем, непонятно. Бараки падают, все, все бараки уничтожены, мега-крипы. Лассо ловит Nature's Profit без байбека, ему без разницы абсолютно. Урса дерется. Айон Диск активирует петушара. Бетик расталкивает, как все горят и под фаерштормом, под фаерфлаем, но хватит ли урона? Ай, шторм на одном хп. Не успел в поезд запрыгнуть, обидно-то как. Это ГГ. Спасательный мост. Нет, еще пытаются бороться, еще Урса против Андерлорда. Еще у Андерлорда байбек есть. 2 в 5. Тут уже, извините, численное превосходство. Пошла работа по трону. Урса прыгнул в ВК, а ВК прыгнул в другую сторону. Так разошлись немножечко, яйцо стоит по центру. Еще и заперли Урсу, но есть, слава богу, блинк. Не может Мишка, Мишку бьют. Без вариантов. Ну вот так вот, несмотря на коэффициенты, в первой карте имперцы доводят игру до победы. Ну все, вот Террор Блейд примерно так и будет подключаться периодически со своей формой. Так, промахивается копьем, ставится ответная стенка варенья. Подходит Шторм Спирит, скорее всего, на морской. Ну, команда рядом, Петушара может погибнуть. Петушара погибает. Коллапс пытается отойти. Новый год там мчится. Копье зацепило. Убьют. Две секунды. Одна. Котл пытается ее... Увез. И тут параллельно драка ТП против всех. Есть четвертый сифон. Союз может и укатиться, да, укатывается. Ой, шторм прилетает с фулманой. Есть подцепить. И здесь ошибочка от Токио Торонто. Да, Торонто Токио слишком агрессивно отыгрывает. Прям излишне. Прожатые. Ну, не на всех. Драка будет. Будет драка, да. Решили реально подраться. Сайленс получает, Марс не успевает дать свой прокаст. Прожимает кнопки, но слегка поздно. ТБ зашел в арену, его вытолкнули оттуда. И ТБ уже драться явно не хочет, есть ускорение. Шторм на развороте, на медузу. Ой-ой-ой, а как зацепить медузу? Есть еще опция? Нет, медузу уже нет. Там стенка стоит под ней. Есть Дарксир. Ой-ой-ой, иллюзия! Со стенки Дарксира вваливает кучу урона. И Етора, судя по всему, этот момент тоже все-таки просчитал. Это обгоняет по деньгам дузу уже на 4 кала. Драка пошла. Вытолкнули Торонто Токио на хайграунд, он не может оттуда Шторм слезть. Шторм даблдэмэджем пытается сделать быстрый килл. Он есть, не может слезть. Есть этот быстрый килл. Продолжает на ЦМке. ЦМка погибает также. Ну и два фрага. Он вынужден был ТП делать оттуда просто с горы. Ну вот сейчас еще третью игру подряд. Своруют ли Аегис? Ох, сейчас будет. Две игры зарубенция. До этого. А на самом деле до этого они даже так. Началась. Хочется быстренько забрать Скаймага. БКБ было потрачено на этот килл. Ай, Баншу поймали. Ну, такое, знаете ли... И что, она убегает в этом БКБ? Это же БКБ как-то да. Нет, ну Раша... О, Марс Медузу! ТБ выталкивает ее, ТБ пытается брать. Стенка ставится очень неплохая. Медуза проседает крайне больно. БКБ прожимается и убегает все-таки. Дузу, ТБ преследует Дузу. И со своей иллюзией справиться просто не может, слишком тяжело. Смотри, какие гонки здесь просто все пытаются догнать. Так, а у ДПшки хоста, ДПшки так просто не уйдешь. Да. И здесь Торонто Токио не отпустит. Пара тычек, немножко замедлили Медузу. Шторм Спирит подтягивается на помощь. Нужна хелпа для ДПшки. Больно хватает все-таки урона. 100 секунд не будет Death Profit, да еще и нет байбека. Шторм с руной волшебства. Неприятная ситуация. Ой. А ТБ просто убежал из драки, его там, похоже, иллюзии так нахлобучили. Курьер с рапирой, нет? Да! Не долетела рапира до Медузы. Есть Аегис, начинается это драка. Это было опасно. Торонто Токио, и там уже рапирозик у Медузы, говорит, в глаза мне, а смотри, спине но ТБ успел, один, успел полететь. Один ТБ! Это порвали! В метаморфозе погибает! Наши аналитики, вот этот Дарксир, может быть, на лайне у него не получилось, да? Да. Марс пытается, конечно, тянуть время, тяжеловато ему приходится, там рапиросик. Стоит лицом, выходит из арены, убегает. Шторм забирает фраги по очереди. Блин.
ДБ не выкупается, Туза пытается отсюда уйти, а до Егиса минута. Хочется драться, Мипошка. Ай, первый ЮЦМ-ка встревает, дает себе гриммер. Что он слишком глубоко прыгает, пытается забрать быстренько и удается. Минус два саппорта, 5 в 3 остаются у нас спириты, делают репорты. Бежать, бежать. Обход тыловой, тыловейший. И там подставляется кто? Фиолетовый. Ну, это такая себе цель, очень жирная, так просто его не знаю, Медуза это может быстро забрать. А убежать-то не удается, Аюла-то нет. Ой-ой-ой, бежать, сифонит, бежать, сифонится, бежать, сифонится. Союз не хочет спускать. Он выжил. В итоге выживает. Оно там, Дарктир! Опять это иллюзия! Все просто байбекаются. Торонто Токио тоже должен байбекаться, возвращаться обратно в файт. Ой, Дарксир растянул двух коров вон туда под ревенанты. Просто за секунду иллюзии разорвали Террор Блейда. Ну как так? Ну это же ДБ. Почему он так склеивается? Баллиста тоже работает. Мы идем в трон. Атака в трон. Что линии уже как бы... Ой, как больно. Не заставят Баллиста, ты посмотри, откуда он стреляет. Нужно что-то делать. ДП... Её... Просто подбежать не это может. Это нереально работает. А, тут у нас еще и в камень превращает. О, так, работа дальше. Патрон, у Медузы стреляет. Все в позиции. Сделали из нее овечку. Овечка тоже может что-то. Расталкивает от всех крипов. Остается так. Только одно здание. Не могут к ней подступиться. А Марса-то нет еще? Нет у Марса. Там ТБ Себиса вырывается. Но на него стенка стоит. Ты посмотри, как по нему вываливает его иллюзия и Медуза. Иллюзия и Медуза. Сандер натимает уже нажать. Успевает в последний момент. Етора бежать отсюда. Прожимается манта. Форма заканчивает свое действие. Нужно отсюда как-то уйти. ТП погибает. Нет, ТП выживает. Но ТП... Боже. А все 30... чем-то тысяч отыгранный, нереальный перевод. 6,5 хат! Володя, 6,5 хат! Фуф. 6,5 на 1, по-моему, и 3 были коэффициенты на эту встречу.